Привет всем начинающим бизнесменам. Сегодня у нас третий выпуск «Бизнес на УАЗе Профи». Вот, сегодня мы подводим итоги месяца. Машины за месяц накатали практически по 17 тысяч километров. Ну, за месяц и 5 дней, так скажем. Да? То есть, видите, реально, что на УАЗе можно столько накатать, даже заработать. Как вы помните, наверное, по начальному видео все думали, что УАЗ Профи даже не ездит, грубо говоря, да? По второму видео думали, что у вас профи 1,5 тонны не повезет, он это не выдержит. Вот. Сейчас думают, что на УАЗе профи невозможно заработать. Вот. Ну, как показывает практика, вот мы этот миф развеяли. Все-таки на УАЗе профи можно заработать, и причем даже неплохо. Ну что, погнали смотреть. В общем, поехали, ребята. Вот у нас первая машинка наша тестовая УАЗовская на бензине. Она у нас ездила с 18.02 по 5.03, да, по маршруту. Вот Нижний Новгород, Москва, ставка 5000. Потом с Москвы через Иваново опять на Нижний мы вернулись за 10000. Потом мы поехали по маршруту Химки-Краснодар. То есть с Нижнего нам мы были вынуждены пустыми и поехать, так как у нас постоянный заказчик. У нас просто не было груза адекватного за эти деньги. Вот, с Краснодара мы вернулись в Ростовскую область, там Волгодонск, поехали на Ярославль за 15 тысяч. Дальше с Ярославля на Рязань ушли за 8 тысяч. И потом дали с Москвы Нижний за 8,5 тысяч. Итого у нас, ребята, накатала эта машина по ставкам на 76,5 тысяч рублей. Смотрим, какие расходы. У нас суточные 9,5 тысяч. Расходы, стоянка, там, гостиницы, да, водители периодически и в гостиницах ночуют. Вот. Вот, дальше, на топливо. Топливо, конечно же, самая такая большая статья расхода. В нашем бизнесе на топливо ушло 39 тысяч, практически 40 тысяч рублей, да. Это у нас получается 1050 литров машина израсходовала. Получился у него расход 16,9 литров. Да? Как показал наш эксперимент, установление обтекателя, особо он расходу не помог. До этого у нас был расход даже поменьше, 15,5. Но в связи с тем, что как бы стояли морозы, вот, и практически машина молотила, то есть сутками, да, соответственно, только там за сутки, наверное, уходит бак как минимум, она выжирает. Так как автономного топителя не было на этой машине. И вот зарплата водителя 2 рубля километр, 12 400. Итого у нас получилось, ребята, расходы на 65 тысяч рублей. В общем, чистая прибыль за 2 недели с этого УАЗа с бензином составила 10 600 рублей. Вот так как мы подводим итоги месяца, мы считаем прибыль за месяц. Для этого берем просто вот в Excel, и все это делается элементарно, не нужно никаких дорогостоящих программ, хотя я использую такую программу, как «Умная логистика», о чем, конечно, очень жалею. То есть берем, вводим. Предыдущий вот у нас отчет есть. За 2 недели он 18 заработал. Плюсуем вот этот отчет. Получается, что у нас прибыль за месяц, получается, ребята, 28 тысяч рублей на этой машине. На бензиновом УАЗе. Конечно, не густо. Если мы учтем стоимость лизинга, она будет примерно, как вот на моем УАЗе, 21 тысячу рублей, то мы заработаем 7 тысяч рублей. Ну, это, конечно, сущие копейки. Но здесь у нас бензин. На нем, я так понимаю, работать вообще невыгодно. Либо работать в каких-то узких специализациях. Но ездить по долям на бензине, это, конечно, при такой стоимости, которая он сейчас стоит, это, конечно, вообще просто нереально. Ладно, давайте найдем наш удлиненный УАЗ. Он у нас по-прежнему ездит, даже вот с такой рамой. В общем, он у нас поехал по маршруту Москва-Тобольск. Нам давали 48 тысяч. Тобольск – это Тюменская область. Да, даже вот туда мы ездим. Далее с Тобольска мы пустыми вернулись в Якат. С Яката уехали на Тулу за 16 тысяч рублей. Вот. Потом с Москвы мы загрузились в Железногорск за 15 тысяч рублей. Вернулись в Орел. С Орла до Москвы за 3 тысячи рублей доехали. И далее машина ушла по рейсу Москва-Краснодар за 26 тысяч рублей. Считаем, итого ставки у нас составили 108 тысяч рублей. Из них, при этом пробег у машины 8,5 тысяч километров, 19 суток пути, суточный 9 500,
на расходы у нас примерно ушло 4000 рублей. Вот. Но тут у нас самый приятный момент. Из этого на топливо ушло всего 37 тысяч рублей. Мы потратили 1792 литра газа. То есть получился у нас расход примерно 21 литр. Ну, тут ситуация та же самая. Морозы. Машина практически работает без, так сказать, двигатель не глушим, так как водитель греться надо. Вот зарплата водителя 17 098 рублей. Итого у нас, ребята, ставки 108 тысяч, расходы 67 тысяч. У нас прибыль чистая получается 40 262 рубля. Считаем прибыль за месяц, за предыдущие две недели. Вот у нас есть тут таблички, было 38 тысяч рублей. Прибавляем нынешние 40. У нас получилось, что УАЗик за месяц заработал 78 тысяч рублей. 78 тысяч рублей. Ребята, я как бы сам еще не верю в это, так как у меня фура такие деньги редко уже сейчас приносила. Это чистую прибыль. Да, ребят, конечно, здесь нужно еще отнять стоимость лизинга. То есть у меня лизинг за эту машину 21 тысячу рублей, если быть честными. Вот. Итого у нас прибыль за месяц 57 тысяч рублей. 60 тысяч рублей заработал машина. Ну, грубо говоря, вот эту всю свою переделку, удлинение кузова я окупил, соответственно, вот за месяц. Вот. Если у нас машина стоит 600 тысяч рублей, и мы реально заработали за месяц, там, ну, возьмем, грубо, 50 тысяч рублей, да, то есть, по сути, срок окупаемости ее составляет, ну, 10-11 месяцев. Если вы будете работать сами, это практически срок окупаемости у нас уменьшится до полугода. Вот, ребят, конечно, многие из вас пишут, что как ты неправильно считаешь, там нужно еще амортизацию, налоги и так далее. Ребят, машина лизинговая, там амортизация считается маленько по-другому. У вас к тому моменту, как вы выплатили лизинг, у вас эта машина, по идее, самортизировалась. Так-так. По налогам. Все зависит от того, на какой системе налогообложения вы находитесь. Если у вас ЕНВД, вы ИПшник, вы платите примерно там 6 тысяч налогов за машину в квартал. Если у вас организация на основной системе налогообложения, тут немножко по-другому считаются налоги. И, соответственно, у вас не одна машина, а если вот как у меня несколько, то вот это вот вся эта налоги считается в общем плане, соответственно, за все виды деятельности, которые мы ведем. Если взять, грубо говоря, процентное соотношение с одной машины, налоги, тут сумма, конечно, она получается несерьезная. Вот, и здесь, я думаю, фигурировать навряд ли ее получится, так как это просто, ну, невозможно ее показать. Вот так вот. Ну, это такая общая информация для тех вот умных людей, которые мне пишут в неправильности моих расчетов. Да, ребят, вы, наверное, видите, что там ставки более-менее нормальный. В принципе, это все ставки взяты в IT. Единственное, тут, наверное, наш вот заказчик дал вот эту вот ставочку, которая вот... так. Где у нас тут? Вот эту вот ставочку он дал у нас. Ну, вот он дал на Краснодар 30 тысяч рублей, да? Ну, УАЗик там. Причем везли практически мы. Но оборудование дорогущее везли на ней. Но в целом. В целом, ребят, в общем, показатель неплохо. У нас один УАЗик заработал 57 тысяч рублей, второй УАЗик заработал 28 тысяч рублей. Ну, грубо говоря, с учетом двух машин, практически мы пришли к той сумме 100 тысяч рублей в месяц. Мы получили прибыли. Вот. У нас, конечно же, сейчас подходит первый ТО. ТО, ребят, на УАЗике стоит вообще копейки, какие-то 5 тысяч рублей. Вот именно ТО 15 тысяч километров пробега. Вот, соответственно, мы вот сейчас будем пройти ТО, и расходы на ТО будут уже в следующем месяце, они будут в месяце марте у нас. В целом, вы, наверное, сами смотрите, у кого есть газели, в принципе, газель зарабатывает так же. Я, наверное, вас не удивил вот этими расчетами, кто-то больше даже бывает зарабатывает, да, но давайте все-таки как бы посмотрим реальную картину, что на УАЗе все-таки можно заработать, да, это немножко стесненные условия. По комфорту маленечко отличается от газели, но все-таки реально. И безусловно, там сейчас как бы основную проблему УАЗа я вижу в том, что у нее просто такой маленький размер кузова. Если бы там кузов был 4-метровый, даже 5-метровый, вот как у газели, то здесь совершенно были бы другие показатели.
Так что, ребята, пишем комментарии, задаем вопросы. Наверное, следующий отчет будет также через месяц. Ну, может, через две недели я сделаю. Вот. Сейчас мы, наверное, на нашем УАЗе, на удлиненном, поставим ее на ремонт, выпрямлять раму. И у нас он сойдет с дистанции, так скажем. И будет у нас один тестовый УАЗик трудиться. Но на нем, как вы поняли, особо не заработаешь. Там только зарабатывает заправки «Газпром нефти» от этой машины. В общем, ребят, пишите комментарии, ставьте лайки. Хоть раз поставьте все лайки, кто посмотрел. Вот, и задавайте вопросы ВКонтакте, подписывайтесь на нашу группу. У нас, кстати, я сейчас создаю группу ВКонтакте «УАЗ Профи». Всем любителям «УАЗ Профи», давайте там заходим, будем общаться, обсуждать некоторые моменты. В общем, вот такие вот дела. Ладно, ребята, смотрим видео по погрузке. Всем пока. Погрузка. Два, подвожу. Можно? Давай вот на правую сторону чуть-чуть еще. А то и перекосы. Это тонна 300 вообще. Вес. Ну да, где-то достаточно много. В принципе, основной вес у нас вперед положили, где-то 600 кг вперед, а остальные, нет, даже больше, 800 кг, наверное, вперед, а остальные уже ближе назад. Ладно.